Врач Майкла Джексона вновь попал в таблоиды. Конрад Мюррей заявил, что тенор певца – это результат химической кастрации. Об этом пишет Sun. По словам доктора, на таком воздействии, опасаясь мутации голоса, настоял отец звезды. Вроде бы, когда Майклу было 12, Джексон-старший решился на инъекции гормонов, якобы для борьбы с акне. Господин Мюррей называет Джозефа Джексона одним из худших отцов в истории. Но отметим, что репутация медика не безоблачна. Напомню, он обвинен в непредумышленном убийстве Майкла Джексона и отсидел 2 года в тюрьме. А новую порцию заявлений против Джексона-старшего выдал только после смерти отца и продюсера певца. Джо Джексон умер в июне. За его память вступился внук, сын Майкла, принц. Он отметил, что именно благодаря Джексону-старшему его сыновья добились успеха.